Всем привет, с вами Соус, мы продолжаем играть в Мафию 3. Так, поговорить с сами Элисом. Так, окей. А мы осмотрели, да, подвал. Еще погнали наверх. Мы, кстати, были и наверху до этого, но там все было закрыто. С Эми и Элиос. Я, кстати, не помню, кто это. We barely have two nickels to rub together, now we paying for all that food. Jesus Christ! Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? Not something you need to worry about, Linka. I got it under control. Under control? God damn it, you need to... Boy, I'm not wanting you again. Have it your way, old man. Что произошло? Что вообще происходит, или? He needs to cool off. Ребята, а? Только вернулся, что происходит в жизни? Объясните мне, я ничего не понимаю. Ничего не знаю. We've been having problems with the Haitians. Like I say, I got it under control. Ты уверен, а то я могу сломать. In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. Well, I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Go on. Those people waiting on their food. Вообще ничего, я понял, какую еду вообще, о чем? Oh, I saw Langan a couple times once he was first back. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now, he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Так, я надеюсь, YouTube это не запалит, а там 10 секунд музыки было в прошлой серии, он просто их нашел, запалил, заблокировал видео, зря 9 часов заливал его. Так что, сильно он изменился на войне, но он всегда был предан своей семье. Ну оно и правильно так. Быть преданным своей семье, так и надо. Цеповая кухня, горячие сердца. 6 дней до праздника. Это там, где мы начали что-то грабить. Ну, короче, неприятный FPS все-таки в игре на самом деле. А, скоро я... I'll be back. О, вернулся с армии. Yes, sir. Ага. Это сейчас что мы должны делать? Warm meal, warm heart, full shot. Ну, я налью тебе, что я делаю, алло. А, я походу нажать должен. А, ну, хочу очередь небольшая, что 3 человека. О, налить гамбо. Да, я вообще тут только повар, футболом просто тупо разливаю, я даже не знаю, что такое гамбо. Кстати, почему? Оно такое же, что оно еще как бы варится, но типа оно стоит на деревяшке. Кажется, совсем правильно ставить такую фигню на дерево. Фига у тебя лицо, можете ее не наливать? Ладно. Фига, спасибо. Не надо. Кто ты? О, привет. А кто ты? Тебе тоже налить? Там. Ага. Ты кто? На! Это кто такой? Да иди отсюда! Какой рукопашный бой? Кого тебя?
Я не знаю, что там было показано, но я, кажется, всех убил. Просто, короче, тупо на автомате зашел и сломал все. Кости, это что такое? Это кости? Это что? Франсуа Пападок Дювалье. Знаешь, люди начали бежать из страны. Что? Все, на юге США, ведь среди них было добро работающих людей были. Вот это уголовник из обстояния с гаитянскую банду. Линкольн знал, что они обосновались на болоте, и главное в них некий Бака. You and Father James done already? Got jumped by the Haitians. А, это гаитяне были. Они, ну как они напали? Они зашли, получили весь оставшийся суп, и потом получили в нос. И все. И их уже это хоронят там. Folks in the hollow started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Then those bastards on Velour started going after the Haitians. Взяли золото, реже, золото, реже. How much? Их сумма. Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Я уже 3 месяца ему не платил. Нифига себе. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Ну, что ты молчишь? About Sal. He and I go way back. Ну так скажи просто, куда идти, я сейчас просто приду сломаю без единого выстрела всех. Великая депрессия. Чем смысл жизни? Call this number. Мне не нужно оружие и патроны. Мне нужен пистолет М1911 и красивая куртка и моя машина. Все. Все, что мне нужно, чтобы уничтожить все, что вы хотите. Away from here. Я не уверен. Whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. Trust me. I'm the doctor. I'll follow your lead. Be careful, yeah. Those Haitians. Ага, суровые. Я их не почувствовал, когда они залетели туда. Ага. Что? Ты их проклинаешь, что ли, уже? Алло, чувак. Подожди, да я их еще не убил. Сейчас я их убью и проклинаю. Чтобы они уж точно попали туда, куда надо. Это лодка. Это маленький ФС. Нападение с воды. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Доверься мне. Еще немного, все будет позади. Давай, я же военный, я еще тут зайду со всеми разберусь. А мне куртку не дали, мою машину и не дали мой пистолет. Все, я в принципе уже обиделся. У меня вообще оружие хоть есть там, алло? Что это? Нет, мне дали пистолет, все, это в принципе все, что мне нужно. Заметили ли вас? Ага, магистрический отражение, все укрытие, пока не фигурит войск, я вас понял. У меня, блин, что-то как-то неприятно. Неприятный FPS на самом деле, очень сильно. Чувак, ты что-то имеешь против меня? До свидания, отъехал.
До свидания. Фу, дробовик. Фига, чувак, ты лучший. Йоу. Здорово, есть тут кто? А, тут вот вода, у нас лодка. Он вижу еще одного чувака. Но если он меня сейчас не запалит, пока подбегу. Фиг, свист. А, что свист, надеживайте Е. В смысле Е. В смысле Е, если в управлении было написано на... Ах. Алло. Ребята, чё с вами? Алло. Да на. Фига вас там. Это вообще нормально? Это... На глазах у чувака просто тупо задушил его друга. Он такой, и ушел просто. И вот тупо ушел в другую сторону. Даже не пошел проверить, что случилось. Он тупо такой, и ушел. Зашибись. Какие-то люди, походу, были за руки. Как вообще в банду набрал таких отбитых? А, вот не надо мне петь. Так, нафиг знает, на каком языке. Ефать тут сложно. Спрячься на лестнице, почему бы и нет. Так, ладно. Ты уронил монетку. Чувак, а ну давай. What? Что? Кто тут свистит на моей территории? What? В лучших традициях Splinter Cell. Отвечаю. Сам Фишер меня учил. Хотя, смотря по времени, это я учил Сэма Фишера. Это я его учил. Так, ладно, еще дальше у нас посмотрим тогда. Вон один чувачок там топает. Сейчас я быстро что-то. Чш. Чувак, естественно, ты ничего не увидел. Понял, тебе показалось. Вали отсюда. Да вали, я тебе сказал. На, понятно. А я говорил, вали. Зачем тебе на улице? На улице холодно. Давай лучше в домике, чувак. На диванчике. Во! Вот ты просто уснул на диване. Перед диваном. Под диваном. С открытыми глазами. Ты смотришь на лампу. На мошек, которые летают рядом с ней. И ты уснул. Смотря на них. Все. Там деньги? Что это? Что это такое? Что это? Я чё, не могу. Я не могу в приседе целиться. О, это что это у нас, аптечка? Ну давай. Нифига, как я открыл так. Просто разорвал. Ну привет. Мадафака. Блин, у них, знаешь, акцент такой прикольный. Они не смогли прикончить там сына какого-то, да. Мадафака. Мадафака. Да иди сюда. Все, найдите Баку. Ребята. Ой, я уже думал, мне не представится сегодня стрелять. Ты что так заорала? Так, это меня... Меня звук подвел? Фига звук, спасибо. Неудобно целиться. Он, я ухожу. Я думаю, что теперь не особо. До свидания. Все? До свидания. Все живые остались? Кажется, нет. Че, возьмем Томпсон? Да, давайте Томпсон. Это что, Томпсон, да? Я думаю, это Томпсон. Нет, подожди, это не Томпсон, нет, подожди. Или это Томпсон? Это Томпсон или нет? Я не знаю.
Похож на Томпсон, мне кажется, что это просто какая-то пушка, просто похожа на него. Да, я убью. Ну вот, короче, если у кого-то будут вопросы по поводу этой игры, и насколько она хорошая, можно будет просто показать этот момент. Угу, игра 2016 года, хорошо. Почему бы и нет? Может, тебя хоть побить можно, нет? Ну, давай. А, его нормально, он... Одна дырка в животе, я бы просто с Томпсона расстрелял обоймы, все. Ага, ты не попал. Нет, я лучше, я могу тебя убить. Ну, в принципе, и все. Фига, ты кто? Что ты такое? Что ты здесь делаешь? Ты чё, алё? Так, не кипятись, алё. Чё, ты кто? Подожди, а это случаем не... Босс? Мафия, там вроде как... Кассан... Да хватит уж его, подаю, он уже в одну, но сидит, все, тихо. Я мушаю, свернул, расстрелял, все, что такое можно было. Нормально, все, тихо. Все. Спокойся. Ну, а теперь закончится. Потому что я пришел. Я, кстати, выбивал двери. В другую сторону, кстати. Где как? Что это такое? Спасибо. Чё? Ты чё, больной? Держать П, отпустить П, отмена и... Сейчас открою... Я. Это З? Да. Слышишь? Я сейчас разозлюсь, чувак. Да на! Как интересно, я бросаю это. Секретные эти знания. Прям ровно туда, куда хотел, попал. О, прикольно, кстати, вот эта пушка, на самом деле. Да шо шо. Вы шо, дерзкие? Хотя. Угу. Какой-то маленький взрыв на самом деле. Я ожидал чего-то более грандиозного. Ты что, бронированный? Все, там кончились. С вами 5 патронов осталось. А, нет, все нормально. Можете не кончаться, ребята, я нашел патроны. Дальше бись. И еще один коктейль молотова. И дробовик. С 3 патронами. Я могу сесть тупо в машину и просто взять и уехать. Нет? Ну и за ухо. Отдайте мне автомат. Сколько мне? 27 патронов, но в любом случае. Это снайпер у них такой? Офиговый снайпер, я вам так скажу. Так, ладно, что у нас здесь? А, патроны кончились. Все равно, самые сложные перестрелки, мне кажется, были тупо в первой мафии. Здесь, ну это... Вообще... Да привет! Фига, я ему дал. А вот ты не особо приятный человек в данный момент для меня. Так, и ты чё? Кто-то спрятался, ты чувак. Fire from this guy. Что?
Ага, отъех. Чувак, я слышу, как ты здесь бегаешь, тебя это не волнует вообще, нифига, в стеночку. А, ага, понял. Он, типа, умер. Чё? You day the day you die? Я не понял, о чем ты. А ты понял? Понял вообще, ребята? Поняли, о чем он? О, я прям в тебя, прости. Алло, слышишь, это неприятно. Слышь, я сейчас обижусь. Мне кажется, я не попал. Я идеально попал. Я попал на идеальнейший, как только возможно. Так, ладно, короче, что здесь? Неинтересно все. Давай побыстрее. О, давай, давай, красава. Сбивай их. Хорош. Мужчина, герой, красавчик. До свидания, отъехал. Так, чувак. Да что ты делаешь? Добраться до бараса. А, е, точно, забыл. Да все, поехали, здесь же никого нету, погнали. Меня? Ты уверен, чувак? Кого ты вытаскивал? Никто кого. Это моя машина, так что, короче, я тут тебя вытаскиваю. Тихо, 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 тихо. Фига меня занесло. А вообще законно так заносить? А, я забыл, на какую кнопку бибикать. Да, на Т. Так и думал. Нет. Я бессмертен. But if he doesn't, every motherfucker in the hollow's gonna be looking to us or gunning for us. Just saying we gotta be ready when that day comes. Yeah, well that's not something we gotta worry about right now. Тихо, тихо, тихо. Да ну почему же я. Ну вот. Машина, быстрее. С тобой не так. Ух, нифига меня. Тихо, нормально. Нет, не нормально. Это что-то нифига не нормально на самом деле. Фига меня заносит, ты из-за чего? Вроде погода нормальная, но типа тоже темно ночью. Ночью всегда темно. Дождя нету. Что так заносит? Прям нифига на симуляции что-то. А, ладно, там поверну, там поворочу. Ух, подождите. Что-то в жизни у меня неправильно получилось. Да я там сверну, ну, нормально. Здесь не умеет перестраиваться. А нет, умеет пехло все-таки перестраиваться. А я же думал, не умеет GPS. Он типа тут сверну не том повороте, все сразу типа хоп, я разворачиваюсь назад, так, чтобы перестроиться, так это сложно. Долго думает, короче. Ух, нифига, это что там такое? ЕФА. Что за ядерный реактор? Нифига себе, это солнце такое? Ехать. Такое солнце, фу, ядерная батарея, блин. Это солнце вообще, что это? Ну это солнце. А, я подожди, а чё я вышел-то? Я заеду, это же гараж мой. Вот я ударился машиной, а она, ну, типа, чуть-чуть помялась. Повреждение, фигня, ладно. А теперь я приехал. Идеально, ровно встал. Гаитяне. Это тот человек, который его убил. Баки. Кто-то угрожал, что? Ты чё? That's how Lincoln ended up working for Sal Marcano. You were right about those Haitians being down by that old salt mine. They won't be bothering us again. It was a mistake sending you down there. I should handle my own business. Чё, почему? Что такое? Different than what I was doing before I left.
You probably don't know this. But every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. Сидел на кухне, ужинал, а я поздравляю. Watching that list scroll by, wondering if today is the day. I finally see your name. Diamond! Nothing happened to me. There's only so much luck down the well. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. О, начинается. So, what are we gonna do about Marcano? Pay him his goddamn money one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it? The lottery? No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him up the country club. Says he's got something in the works. Ну, короче, понятно, опять меня посылают, типа, короче, иди убей 20-го человека и все. They're not like it. But they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Ну что, проверка, типа, как я смогу туда проникнуть, там. Сейчас зайду, я тут, как, слышишь, ты, короче, черный валет туда, я, значит, пью-пью-пью-пью, опять увидел всех. Да, я всегда все делаю. Yes, sir. О. Так, ну что, режим вождения вышел, режим? Ну я и включил этот режим уже давно. Я же включил режим этот, чтобы для интереса. Игра. Помнишь, высокое вождение, симуляция, да? А если я сюда поеду? Тихо, оп, нормально. Жив-здоров, то хорошо так. Ну, поездов нам здесь точно, иначе бояться их здесь нету. Так что, можно поехать по рельсам. Блин, вот мне тупо вот интересно, я сейчас еду по рельсам, ну вот, и когда я, ну, типа, через продолжительное время, когда я уже, типа, ну, можно сказать, я еду с рельс, интересно, у меня с машиной все будет нормально? Просто в первой мафии что было офигенно, то, что когда ты едешь по рельсам, у тебя портились колеса, они потом шатались, там все дела. Ну, не знаю, короче, было офигенно. А, я понял, почему мне туда надо. Блин, можно было там свернуть, ну да ладно, тут свернем. Нормально. Туда-сюда, налево, направо. Тихо, налево, направо. Да что ты мне бибикаешь, я тоже могу побибикать. Профессионал за рулем. Йоу. Блин, это значок двери, он как бы сделан прикольно, но немножко он, типа, ну, зачем? Это ж никакое, это ж не этот, как бы не интерактивное кино, зачем здесь этот значок? Типа, напоминание того, что я могу выйти из машины, так спасибо, я вроде как не должен забыть. Полиция, здорово. Они вообще могут меня арестовать за превышение скорости? Здесь вообще есть такое? И нифига себе. Что-то страшно случилось, я даже не понял, что на самом деле. Они вообще могут меня арестовать за это? За превышение скорости, там, за что-то интересное? Или только если я буду просто тупо с пушкой ходить и стрелять, все, они такие... Так, я почти приехал. Нет, здесь на машине очень круто кататься, но... По именно, как бы так сказать, стилистики. Нормально. Налево, 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 налево. Я же налево поворачивал. Открылась дверь. Дверь, закройся. О. Сейчас опять врежусь. Йоу. Так. Поговори с охранником. А вот это мы уже сделаем. В следующей серии. Нифига, как тут меня сразу-то... А что происходит? Алло, солнце, вернись, что с тобой? Этот, как его?
Короче, это мы уже сделаем в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем пробовать проходить Мафию 3. Что поделать. Удачи, пока.